Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет! А перед началом видео будет небольшое вступление, чтобы понимали вообще, что будет происходить в видео и зачем, как. Ну, вы поняли, короче. Итак, мы грабили дома, как вы, может, смотрели серию про ограбление домов, короче. Система ограбления я выкладывал недавно. И там нас задемила Фома Фриманов. Короче, и я решил собрать своих людей, пацанов с Фомы, и тоже... как бы пойти к ним в гости и, так сказать, дать ответочку. Скажу сразу, чтобы там не было комментариев. Я знаю, что я там не умею стрелять и так далее. Нужно писать: «Ой, Кирилл, ты ноль, стрелять не умеешь». Я знаю, я стрелять не умею. Стрелять — это не мое. Я никогда не любил стрелять, не любил игры, там стрелялки, короче. Я никогда это не любил. Я больше люблю машины, как бы. Зато я охуенно катаюсь, короче. И я выкладываю это видео не для того, чтобы там унизить Фриманов и так далее. Просто получился хороший видос. Хотя я ненавижу Фриманов, ну вообще вот этих Бабаевы, Фримана, именно вот это Фома, сама ихняя. Как бы они конченые ДМщики, я считаю. Но это лично мое мнение. Как бы мы пошли к ним и начали там, жесткая перестрелка началась. Вы это увидите уже в видосе, в принципе. Как бы силы были неравны, потому что вот это Фома Фриманов — это все ДМщики, какие состоят в ОПГ, какие все плюс цешили просто. Они как бы сотку взяли уже, ну, территорию сотку взяли, короче. Ну, силы, короче, были неравны, сразу вам скажу. У нас нормально стреляет, умеет, это только Джонни на тот момент был. Потому что, ну, и не у всех даже скиллы были. Ну, короче, все в видосе уже увидите. Я думаю, вступление я вам объяснил все, что и как, короче. Всем приятного просмотра. Джонни, там админ. Кто там бегает? А, Ахмед. Стой, Кирилл, я тут. Это, дай мне оружие, я в этом особняке. Ты где? А зайди в особняк, пожалуйста. Это наш вообще? Дмитрий. Кто? Да, это наш. 17. А вы где сейчас? Вы где? Сейчас. Мы возле вертолета стоим. Возле вертолета? Угу. Так, кому я оружие не дал? А, вижу, вот-вот я подъехал. Чё это я не убиваю? Дай мне. Вот я. Ебать, нас тут собралось, так. 200... Какой у тебя, 271? Да. Во, спасибо. Ой, ты мне дроваша продал. Ну да. А я думал, дигла. У меня нету дигла. Джонни, Джонни, дай оружие, вот я, 271. Отыгрывайте все, только если будете стрелять, вот и открывайте. Плюс ФПС падает жестко. Погнали к их особняку. Погнали. Капец. Вань, заходи с этого, с Ивана Демирова. Нет. Вон они, походу, пацаны. Вот они стоят. Давайте, стреляйте. Тащите их. Изи один есть. Это Фриман. Да, Джо Фримана убили. О! Залетели. Да все, все. Фриман, мы админа убили, вы дебилы? Мы админа убили. Так. Реально? Ахмед Мирзаяна убили, ой. Так, тихо, админ тут бегает, аккуратно. Ахмед Мирзаяна... Пацаны, смотрите, еще подъехали, пацаны на ГТРе. Вот Фримана убивай, я был Фриман. Пацаны на ГТРе. Давай, фигачьте. Я зафигачу.
бабу хуярить. Это Бабаев, пацаны, помогите! Меня убили. Убили. Сливайте его, сливайте. Убили Бабаева? Да. Ес, такого надо, придурок. Просто разносим их нахуй. Урод, блин, ненавижу его, тварь. Вон еще Фриман. Блин, так, стреляйте. Ну, конечно, плюс-тышит, всем плюс-тышит, псины, без плюс-тен никто. Блять, у меня хп мало. Стреляйте, стреляйте. Стреляйте в этого, Джефф Фриман. Давайте, я вас верю, бля, у меня хп нету. Вань, вот этому напиши, вот, Родион Фрешу. Он это хотел, он меня спрашивал насчет дома, только он говорит, типа, дорого. Убивайте Абу Фримана. Да, смысл, а что? Убивайте его, убивайте, есть. Сливаем их нахуй просто. Кто там стреляет? Да, блин, Даян лезет просто. Слышь, там Арсен Бабаев еще, слышь, я смотри. Я видел, мы убили. Он это, вон, Арсен Бабаев, типа. Мы убили, а, все, да, я видел. Арсен Бабаев, да. Мне показано, кто просто, кто, кого сливает. Меня тоже. Ха, капец. Вон, Бабаев, сливайте, наверное. Вон, сливайте. Арсен, ты куда лезет? Админ бежит, аккуратно, админ бежит. Манчок, какие видосы я там записал? Ебать, тут война началась, ебаный в рот, у меня хп нету нихуя. Блять, меня убили. Тащите, пацаны, бля. She was from the outside, I was from the north. She was from